Волков Евгений Федорович родился 12 февраля 1924 года. В Великой Отечественной войне участвовал с 1943 года. Командир взвода 586-го танкового батальона 219-й танковой бригады 1-го Красноградского механизированного корпуса 37-й армии Степного фронта. Лейтенант. Особо отличился при форсировании Днепра и удержании захваченного плацдарма на его западном берегу. В этих боях проявил исключительный героизм и отвагу, подбив 2 танка. Со своим взводом первым прорвался на высоту южнее села Тарасовка, уничтожив 3 орудия и 7 пулеметов. Участвовал в боях за город Кировград, за освобождение Могилевской, Минской, Брестской областей, освобождение Польши, взятие Кутна и штурме Берлина. Трагически погиб 3 июня 1945 года. Евгений Федорович Волков был награжден орденом Ленина, Герой Советского Союза.